Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Давайте выполним упражнение номер 104 на странице 63 рабочей тетради по математике для 2 класса автора Марон. Вычисли значение выражений. 48 плюс 5. 8 плюс 5 равно 13. 40 плюс 13 равно 53. 35 плюс 6. 5 плюс 6 равно 11. 30 плюс 11 равно 41. 57 плюс 8. 7 плюс 8 равно 15. 50 плюс 15 равно 65. 86 плюс 8. 6 плюс 8 равно 14. 80 плюс 14 равно 94. 4 плюс 9 равно 13. 50 плюс 13 равно 63. 79 плюс 4. 9 плюс 4 равно 13. 70 плюс 13 равно 83. 29 плюс 7. 9 плюс 7 равно 16. 20 плюс 16 равно 36. 63 плюс 8. 3 плюс 8 равно 11. 60 плюс 11 равно 71. 87 плюс 4. 7 плюс 4 равно 11. 80 плюс 11 равно 91. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.